бездна пожирает. У меня был выбор. Был выбор. Они скребут ногтями стены. Жизнь утекает сквозь пальцы. Дауд? Почему ты здесь? Кто ты? Мы в ловушке. Мы ждем. Ждем цели в вечность, когда в нас вонзится нож мясника. Это все, что от меня осталось. Дауд, это я. Посмотри на меня. Я знаю твое имя. Я знаю тебя. Кровь, маски, занесенные клинки. Билли Лерк. Помнишь, как ты ненавидел меня? А теперь пошла за мной в бездну. Ты принесла нож. Я не могу ему повредить, ничего не могу сделать. Только ты можешь убить его. Сколько же я ждал? Слишком долго. Вот он. Чужой. Все это время он спал в бездне. Снился ли ему этот момент? Прикончи его. Оборви эту жалкую жизнь. Похоже, ему больно. Ты правда этого хочешь? Он правда это заслужил? Ты знаешь, как все закончится. Я нашла другой способ. Чужой не всегда был таким. Когда-то он жил на улицах какого-то забытого города. А потом культ забрал у него все. Даже имя. Это и есть выход. Его имя — это метка. Только мертвые могут его прочесть. И если вернуть ему имя, он освободится. Проживет остаток дней, как обычный человек. Метка. Нет. Ты должна его убить. Не проси меня об этом. Он причинил столько зла. Мы так долго шли к этому. Зачем винить его в том, что сделали мы? Он дал нам оружие. Он никогда не лгал, говоря, кем мы станем. Ты знаешь, кем я стал. Мы считали Данвул своим. Думали, что можем утопить его в крови. Нет. Он знал, что мы превратимся в чудовищ вроде него. Всегда знал. Закончи дело. Он несет зло. Я видела культ, который однажды убил его. Посмотри на него. Это не его выбор. Он не мечтал о такой силе. Бедняжка. Если тебе его жаль, избавь его от страданий. Смерть куда лучше, чем все, что ждет его там. Но почему он должен умереть? Много лет назад я предала тебя. Но я же не умерла. Ты позволил мне уйти. Ты дал мне шанс. Пощади его, Дауд. Подари ему жизнь, как подарил мне. Когда ты ушла из Данвола, я надеялся, что без меня тебе будет лучше. Что ты не будешь зарабатывать на жизнь убийствами. Что никто тебя не предаст. Прощение – большая редкость в этом мире. Ты лучше меня, Билли. Дауд. Прощай, Билли. Навсегда. Во рту вкус крови.
Я слышу голос Дауда. Ты совершила нечто невозможное. Мы пощадили тебя. Я могу забрать тебя отсюда. Эти глаза долго были закрыты в течение столетий. Но я все видел. Я был в сознании многих поколений. А сейчас... Ты свободен. Я не могу исправить то, что с тобой сделали. И то, что сделали со мной. Но теперь у тебя есть шанс начать сначала. Стать лучше. Наверное, это странно, знать то, что ты знаешь. Видеть все тайны мира. Мы оба видели зло в сердцах людей. Но я подарила Дауду покой. Может, ты тоже сможешь его обрести. Я все еще сомневаюсь, но кое в чем я уверена. Чужого больше нет, и теперь мир изменится. Как именно, никто не знает. Но бездна не исчезла. Она за гранью видимого. И неизвестно, кого коснется, а кого минует ее магия.